Два атакующих защитника знают, что такое конкуренция. Они боролись за место в сборной, за стартовую пятерку клуба. А теперь их команды в борьбе за первое место в группе «Б» единой лиги ВТБ. Виталий Фридзон, ЦСКА Москва. Егор Вяльцев, Химки, Московская область. Но у меня его нет. Слежу за ним, чтобы не было лишнего веса. Я стараюсь ходить больше в тренажерный зал. Ой, хотел бы. Не было, наверное, такого. Я еще не было. Может, во сне только пятиочковые были, а так на его не было. Такого еще не было. У меня много главных басков, но самое главное – это был на Олимпиаде басок. Наверное, в школьном аттестате. Нет, больше в матче. Но близок и аттестат, я думаю, тоже подходит. Я ее не прошу. Когда устал. Хочу справедливости. Стараюсь не спорить, но бывает. Марко Попович. В команде, наверное, любому человеку. Я не пью алкоголь перед матчем. Я никакой. Воду. Виталий Фридзон. В каждой команде свой есть весельчак, и я думаю, что здесь затрудняюсь ответить. Триумфа? Да все красивые формы. Надо сказать, чтобы не было некрасивой формы.